Осталось 10 секунд. Посмотрим, пики баны. Осталось 5 секунд. Что у нас по банах от Нигма Гелакси? Минус Вивер, Коза, Тиник, Макака, Морф. Тим Спирит, в свою очередь, забанили СФа, Брюмастера, Праймал Биста, Шторма, Тролля. Есть Виз плюс Джекира. Да. Подготовились Нигма. Сразу видно, очень даже подготовились. Пока что это Висп для Джейча, плюс кто-то будет. Джейч — это один из самых сильных виспов, наверное, в доте профессиональной, возможно, в мире. Так, секунду, все ли у нас... Ну да, четверка, пятерка уже есть у Нигмы. Пикают они третьего героя. Мы пока подождем, посмотрим пока, что у нас у спиритов. Есть Элдер Титан, есть Виндрейнджер, есть Пангольер. Так, интересно, очень интересно. Пока непонятно, что у нас здесь с Элдер Титаном и Виндрейнджер. Ну, с Элдер Титаном понятно, это пятерка. Виндрейнджер — это, скорее всего, четверка. Бисмастер появился сверху. Это тройка для ФБЗ. Герой. Ждем четвертый пик от Нигмы. Осталось 10 секунд. Мне непонятно пока, секунд. Куда у нас ВРК пойдет. Либо это мид, может быть, либо это пятерка. Ой, либо это четверка. Но я думаю, что это... Пятерка-четверка уже. Панга. У нас, скорее всего, мид. Лешрак. О, Лешрак для Сумаила. Блин, пока очень сильный пик выстраивается у Нигмы, но все еще непонятно, кто будет с виспом. То есть вот осталось добрать им керри. Как раз таки. Осталось 5 секунд. Героя для Гаста. То есть и тогда будет понятно, кто там с виспом. Так, ладно, ждем четвертый пик. Я думаю, Пангольер. Пангольер неплохо стоит против Лишрака. Почему бы и нет? Team Spirits, turn to back. О, так это Клинкс, друзья. Это Клинкс. Интересно очень. Очень даже интересно. Но, блин, это Клинс, который... Осталось 10 секунд. Персонаж такой, Боник, да? Он не на команду. Он на то, чтобы осталось делать какие-то фраги, одиночные фраги, там где-то что-то подпушивать, убивать кого-то. То есть на это он больше нацелен. Я думаю, что у Спирит также есть какая-то стратегия. Хочется верить, что они уже отошли от того, что было вчера. Какие-то там визажи для коллапса. Блудсикера забанили. Но это как раз, чтобы не контрили Клинза. Ну, Клинз для Ятора, друзья. Клинз для Радана. Получается, осталось добрать кого-то для коллапса. Правильно? Очередь сил света запрещать героя. Котла забанили и Ликана забанили. Нигма предполагает, возможно, что Верка будет керри. Что это керри Верка, но это не так. Так. Керри остался для Нигмы. Осталось 10 секунд. Кто там есть? Осталось 5 секунд. ЦК неплохой. Свен неплохо смотрится у Нигмы. Но если прям смотреть связку с виспом, мы все забыли о Марсе, да? Есть у вас еще Марси. Кстати, неплохо здесь смотрится. И связка висп плюс Марси — это сильнейшая связка. Если что, кто-то играл здесь на... этом турнире, возможно, даже Нави играли, или может даже Спирит, блин, не помню. Но кто-то играл связкой Виз плюс Марси. Здесь Марси, кстати, не в бане. Ну, Свен хорошо также смотрится, ладно.
Team Spirits, turn to pick. Очередь сил света выбирать героя. Слардар. Осталось 10 секунд. Выберите своего героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Твою дивизию, я вот это стараюсь, рассказываю, а у меня, блядь, микрофон выключен, офигеть. Ладно, ладно, сори. Бывает, бывает и такое. Так вот, о чем я говорил, о том, что мне очень нравится пик Spirit. Мне нравится, что здесь есть Клинц, что здесь есть Слардар. Некая стратегия прощупывается по минус армору. Но пик Нигмы, он очень сильный. GH это топ. Просто топ, возможно, мира Виспа на этом персонаже. Марси. Висп плюс Марси, это, наверное, самая сильная связка на данный момент. Также связка может быть и Висп плюс Лешрак, если что там. Если, например, Марси нет, да. Висп плюс Лешрак это сильная связка. Посмотрим, посмотрим, как оно будет. Но мне больше нравится пик Нигмы. Приготовьтесь к битве. Прям сильно больше. Но я почему-то уверен, что Spirit у них это стратегия. То есть они подошли реально стратегией. Так что там по аспекту. Сайдкик. То есть они подошли к этому матчу с стратегией. Больше никаких... там теорий а-ля, блядь, мы пикнем визажа и что-то будем с этим визажем делать. То есть, я думаю, уже без этого, как было вчера. И они будут играть. Да, соглашусь, что линия очень жестко будет, виз плюс Марси. То есть, коллапсу с ВР-кой придется не... очень даже не сладко. Хоть, если что, они виспа также могут убивать. Это правда. То есть, да. Но удастся ли, не знаю. Не знаю. Так, ну что, будут битвы за руны или нет? Начинается. Ну нет, нет. Битв не будет, так. Что две руны забрали Нигма и две руны Spirit. Пока что очень ровно, все очень ровно. Ну как минимум по рунам смотрим, как у нас Сумаил, справится ли он с Ларлом на Пангольере. Идет он фаст ботл, в принципе, как и Ларл. А нет, мне еще очень интересно, как будет коллапс играть. Вот эта линия. Ага, вот оно что. Они
с коллапсом отправили Мипошку, да? То есть пятерочку они отправили с коллапсом, АВР-ку отправили с Боник. Ну хорошо, это получше решение. Вот почему они долго думали, кого там себе брать, я понял. Ну нормально, так уже нормально. Хотя все еще можно убивать Мипошку здесь без каких-либо проблем. На втором. В принципе, так чтобы 100% килл на третьем нужно уровне, но можно и попытаться на втором убивать. Если где-то сильно потеряет много хп Элдер Титан, можно что-то сделать. Да нет, с чего ты взял? Бонику также будет тяжело стоять. Очень тяжело, потому что Бисмастер плюс Джакира — это хорошая связка. Это сильная линия, которая наносит очень много урона. То есть, в принципе, Джакира — это сам по себе большая проблема. То есть, это серьезный саппорт на линии с большим Magic Damage. То есть, как ты сможешь защититься на начальном этапе от Magic Damage? Ну, капли покупать. Ну, ладно. Так, что в миду? 11-12 на 1 против 8 на 0. Да, чуть больше имеет у нас Сумаил. Не нужно забывать, что помимо того, что у нас Лишрак в миде, так у нас еще и Сумаил играет. Так, нападение на Гаста. Ну, нет, без шансов, друзья, без шансов. Не подспин. Ни GH, ни Гаста. Да, неплохо так просели по хп у нас коллапс плюс Мипошка. Ну, панга чуть подпросел, но нормально. Вот 15-1 против 13-0. Нормально, пойдет. Как будет собираться коллапс? Ты знаешь, я думаю, что возможно, что коллапс даже блинк себе не будет покупать, потому что коллапс у нас всегда собирается через какую-то там саблю, еще что-то. Я думаю, здесь бы неплохо посмотрелся гарпун, какой-то Crimson Guard, возможно, будет кераса, так как это Слардар. Блинк нужен, но все мы знаем коллапса, и коллапс реально может не собрать себе. То есть он просто может не собрать себе блинк, потому что он первым артефактом собирает себе саблю. Не знаю, посмотрим. Я думаю, что блинк здесь будет на Ларле. То есть на панка здесь обязательно блинк. Ну и на коллапсе тоже нужен блинк. То есть, ну, несколько матчей я смотрел, и коллапс не собирал блинк. Либо собирал там уже в очень поздней стадии. Так, что там в Боника? 20 на 1 против... 24 на 4. Ну, неплохо. Неплохо, да. Много фармит у нас Бисмастер, это понятно. Бисмастер будет довольно с быстрым аганимом, если не делать вылазки на этого Бисмастера. Так, неплохо здесь. Мипошка пробивает Джиэча. Так, есть танчик. Ну, блин, нужно убивать Виспа. То есть, драться с Марсе будет тяжело. Так, ну что, хотят, прям хотят. Ну, вот, подошел у нас... Джакира, да, сделал, если что, коллапс ВБ, это плюс, естественно, плюс. Вот если бы еще Мипошка ушел. Так, сможет уйти? Да, сможет уйти. Нормально, нормально, да. Убил он на Марсе, да, разменяли его на Марсе того же, но, тем не менее, ФБшка у нас, друзья, на пятой минуте. Пятой минуте. Если бы не пришел здесь Джакира, возможно, даже бы и не умер у нас коллапс. Ну, молодцы, молодцы, что они все же отправили Мипошку, да, отправили пятерку с коллапсом вместо ВР-ки. То есть ВР-кой так бы не получилось. Ну, я думал об этом. То есть, я думаю, они сами долго думали, что кого там забирать, кто на ком будет сыграть. Так, пошел фокус по ФБЗ. А, была уже привязка, понял. Так, давайте откроем нетворс и посмотрим. 2700 у нас за... Сумаилом, дальше 2500 за Бисмастером, и только позже идет у нас Боник плюс Панга, потом Марси. Ну да, видите, что мид выиграл у нас Сумаил. Также все очень неплохо в топе.
у Нигмы, да, Бисмастер имеет хороший нетворс, но он, ну, выиграл, друзья, то есть они стояли 1-1, то есть он чуть больше имеет, то есть, ну, Панга хорошо постоял, Базару 0. Но Лишак заработал больше. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Так, 6-я минута. Стягивается здесь Мипошка, чтобы помочь Руну. Да, Руна снизу оказалась. Руна Инвиза. Не успел, кстати, Шваклбаклом забрать крипа. Крипосика. Ой, хорошая привязка. Кстати, если бы не подвязал, возможно, бы умер. Но там... Я думаю, он бы успел все-таки прожать Финран. Так, нападение здесь на коллапса, но рядом уже есть Мипошка. Мипошка уже успел вернуться. Есть танчик. Ну, блин, хотят они этого гаста, но есть уже ТПшка. ТПшка от Сумаила, твою дивизию, но это минус коллапс. Пришел, правда, Ларл. Здесь Ларл, да нет, он никого не заберет. Очень близко своему тавру, очень много урона есть у Сумаила. Хоть, если что, у Сумаила кончилась там мана. То есть, ну, это 100 маны, это ни о чем. Так, нужно подвязать, подвязал. Блин, так нужно было идти забирать руну уже. Мира сейчас умрет. Есть Винран? Нет, Винрана нет. И руну не забрал, и сам отдался. Неплохо для Нигмы. 3-1 счет. Сколько денег заработали? 400 голды. Ну, это немало, но это... И это немного. Еще не проснулся, да. Почему так мало отвечаешь на вопросы? Да, блин, интересная игра. Хочу смотреть игру. Плюс недавно только проснулся, поэтому, друзья. 8 утра. Ну, чуть больше, чем 8 утра, но... Так, здесь есть сколько? 3 стака. Ой, пришли сюда спирит, забирает эти стаки. Большие они молодцы. Да, ждет нас Сумаил Виспа. Рядом здесь есть еще Бисмастер. Но все большие крипы остались, если что. Нет, в этом случае нужно убивать Виспа. Да, убили Сумаила. Наорали здесь на Ларла. Минус Ларл. Пока что размен 1 в 1. Убьют еще Джакира. Убили. Много урона у Боника. Очень много урона. Тут же счет 4-3 становится после этой драки. Смотрим у нас по голде. Я так и не сказал, кто победит. Как будто я знаю, кто победит. Если бы я знал, кто победит, я, наверное, здесь уже давным-давно не сидел. Ну, блин, хороший пик у Нигмы. То есть, если ответить на твой вопрос, мне пик больше нравится у Нигмы, но понимаешь, в чем дело? Здесь у Спирит, ну, видна стратегия. Вот прям коллапс на Славдаре. Он как будто бы рыба в своей тарелке. Дальше. Ятора на Бонике. Ятора хорошо играет на Бонике. То есть, плюс Мипошка очень жесткий Элдер Титан. То есть, ну, Ларл на Пангалере, бля. Все на своих местах, все на своих героях. Поэтому я почему-то думаю, что Спирит вполне реально здесь выиграть. Так. Подождите, у нас драк, очень быстро убили Джакира, в ответ убивают Боника, размен 1 в 1, но в плюс для Нигмы, потому что они потеряли саппорта, забрали керри. Я думаю, что Нигма довольна. Так вот, понимаешь, у Нигмы такой более-менее темповый пик, но у Спирит такой пик, который этот темп должен отрезать, то есть они не должны... Очень быстро закончить, хоть у них есть и Лишрак, и есть Марси, это герои, которые могут на начальном этапе, вот им пофиг, вот они уже могут драться, то есть идти там 5 на 5 драться, и у них будет большое преимущество. Но как только появится у Боника дезолятор плюс БКБ, или даже, знаете что, или даже не БКБ, а купить себе линку, то есть чтобы иметь защиту от этого Бисмастера, от ультимейта Рора. То есть тогда все будет очень даже четко. Мипошка должен собрать себе какие-то там ауры. Я сейчас не про меки это все. Я говорю про Solar Crest, там, Владимир, драмы можно купить, что-то в этом роде. И главное еще купить Spirit Vessel кому-то. Пока что не представляю, кто это должен быть.
Возможно, Аверка будет покупать Spirit Vessel. Да, он покупает урну. Да, Аверка будет покупать Spirit Vessel. И Аверка может купить как раз себе там Мекку, Грифсы, что-то в этом роде. Еще бы Пайп кто-то собрал, но пока не умом не могу предположить, кто будет собирать здесь Пайп. Может, Коллапс будет собирать. То есть, хотя, мне кажется, Коллапс не хотел бы на Слардаре покупать Пайп. Да, у Верки появилась пока что урна. Нет, обязательно. Spirit Vessel здесь обязательно. Там Висп, там Лешрак, там много, там Марси, много героев, которые очень хорошо хилятся. Поэтому, чтобы это все пресекать, нужен Spirit Vessel. Для этого всего. Почти 6к. Ну, топ-1 нетворд за Ятора, друзья. То есть это очень хорошо. Так, что там по Аганиму у Бисмастера, друзья? 800 голды, но это ближе к 13-й, даже 14-й минуте только появится. Все же это не самый быстрый Аганим. Хороший тайминг на Аганиме это вот сейчас. Вот на 12-й минуте это хороший тайминг. Ну ладно, он на 13-й будет. Да, подфармливать здесь Сумаил в лесах с своим виспом. Это очень сильная связка, это правда, я уже говорил об этом. Повторюсь еще, что висп плюс Марси это офигеть связка. Но, помимо этого, висп плюс Лешрак это тоже сильная связка, не нужно об этом забывать. Силы света укрепили свои сооружения. Так, ну что, у нас, если что, все еще силы товара стоят на линии, прям все. Все это один товара, такие целочные, нетронутые. Вот только сейчас Спирит что-то там прессингуют. Есть уже здесь на защитке Сумаил с Виспом. И отходит у нас Спирит, прожимает они Смока. Если пойдут, найдут только одного Джекира. Мне кажется, это не лучший выбор. Возле Джекира есть еще Бисмастер. Вот Бисмастера бы найти, это было бы очень здорово. Был бы хороший враг, но подвязали Джекира. Минус Джекира, то есть очень быстро. Он даже с дизайбла не вышел. Ой, прожал еще стик и чуть пожил, но недолго. Так, что там по Аганиму? Есть Аганим у Бисмастера. Уже с этим Аганимом можно что-то сделать. То есть что, они реально хотят ждать блинка, а потом уже куда-то идти? Я бы сказал, можно сделать какие-то... Да, они проживают Смока и с этим Аганимом пойдут кого-то убивать. Видят они здесь Мипошку, но... Пятерка это не лучший... Прям не лучший выбор, хотя здесь Мипошка в роли четверки как будто бы выступает, но все мы знаем, что все-таки четверка у нас будет вот она. Хотя посмотрим, как по фарму. Мипошка очень хороший Элдер Титан, много будет фармить, я это знаю. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Так, просветили здесь Боника. Так, ну это фраг. Фраг станчик, сверху накрыли, перекинули. Это фраг, без каких-либо проблем, да. Хороший фраг. Так, наорали здесь на Ларла. Нужно как-то связать здесь ФБЗ. Так, подняли здесь Мипошку. Не дают ему застанить кого-то. Да, уже появился, я так понимаю, у Сумаила ветра, да? Да, у Сумаила есть ветра. Забрали еще ВР-ку. Если считать прям с Боником, тогда минус 3. Минус 3 сделали Нигма. Ну и вот, 700 голды заработали. И вот начинается то, что я говорю про критическую массу, про силу пика. Так. Катится туда-сюда. Пока что поднял себе Сумаил ветра. Есть айспас. Неплохой айспас по двоим. Так, коллапс умер. Возможно, умрет ФБЗ. Да, ФБЗ умирает. Подцепили здесь еще Ятора. Боже, сколько урона нанес только что Ларл. Офигеть. Но размен 2 в 1 в пользу, само собой, для спиритов. Потеряли они коллапса, да, это важный. Важная смерть была для Нигмы, но в размер они убили Сумаила плюс ФБЗ, да? Сделали фраг на мидере плюс на хардлейнере. Еще сейчас хотят. Хотят Джейча, да, хотят, хотят. Да, минус Джейч. Очень хорошо. Так, Макропира стоит. Есть айспас, не точный айспас. Рядом здесь Марси, но убьют. Убьют Боника, бесспорно. Стоило ли оно того? Нет. Нет, оно этого не стоило, то есть. А, блин, нужно будет собирать, что он там себе собирает. Дезолятор, а, уже есть дезолятор.
Офигеть, и косарь сверху. Давайте пройдемся, что там по артефактам. Но, блин, он, ну да, он линкуб все же собирает. Я думаю, если Бонни будет покупать линкуб, БКБ он все же не станет покупать. А мне кажется, зря. То есть БКБ все же здесь бы пригодилось. Так, что по артефактам? Лишак, есть арканбуцы, плюс ветра, плюс, возможно, делать себе каю. Так, у Джекира только одни арканбуцы. Бисмастер есть аганим, висп есть... Мека, Марси, есть фейзы, есть армлет, возможно, делает себе БКБ как раз таки. У Клинза ПТшка, Falcon Blade плюс Дизолятор, Элдер Титан только фейзы, Пангольер есть ПТ, Мэйдж Слэйер, ВРК Урна и Снардар ПТ плюс Сабелька, как я и говорил. Так, здесь нападение на Джекира, пока что Джекира жив, есть Мека уже, так, на Ралина, Ларна. Минус Джекира все же в размен на Элдер Титана. Так, предсмертно взорвалась ультимейт от Элдер Титана. Убили еще ФБЗ. Минус еще Марси. Так это размен 3 в 1, друзья. 3 в 1. И Сумаил здесь никуда не уйдет. Без шансов. Висит Corrosive Haze. То есть они знают об Сумаиле. И знаете что? Это 4 в 1. 4 в 1. И тот момент, когда Нигма должна захватывать преимущество. То есть Нигма должна играть первым номером, Нигма должна побеждать, Нигма должна отжимать товара. У них очень много дэмэджа под товарам, не только за счет Марси, а за счет Лишака. Они должны отжимать больше территорий, они должны прессинговать. О чем мы имеем? А мы имеем счет 11-12 и 3К преимущество за Спирит. Если мы посмотрим Dota Plus, интересно, что она по этому поводу нам скажет. 60% на Спирит. И я согласен, я согласен. Если бы еще я Тора здесь не умер, потому что у него нету байбека. Ой, говорю, байбека нету Егиса. Да, он разменялся на Виспа, но это того не стоило, друзья. То есть это не стоило. Он просто максимум выжил из ситуации, в которой находился. Появился Dragon Lens на Клинзе. На кого здесь нашли? Нашли здесь ВРочку. Ну, Мира без шансов умрет. То есть... Виндрант не спасает, потому что работают у нас диаболики. Без шансов. 18 минута. Счет 13-13. Все очень ровно. Сейчас будут убивать здесь. Джекира, Швакубакл. Так, ну нужно подстанить. Нужно подстанить. Даже не подстанил у нас коллапс. Да, видим, коллапс. Ну, у него своя игра. То есть он собрал сабельку. Вот собирает вангвард. Будет делать... Кримсон вроде будет делать, да. Дальше будет делать гарпун, потом аганим. То есть ему пофигу. Зачем ему аганим? Он просто хочет убивать и все. Он не хочет тратить деньги на артефакт, который дает ему сильную мобильность. То есть он просто хочет убивать и все. Возможно, оно так и должно быть, потому что как раз таки коллапс и играет так. Ну, на слабдаре. Играет и немаловажно побеждает. То есть я не смотрел... Не было такого матча, когда коллапс играл на Лардар, и он где-то проигрывал. То есть, если у коллапса игра идет, а у коллапса игра здесь идет, все тогда четко. Ну, возможно, раз. Хотя, мне кажется... Ну, вот пишет парень, что раз он все-таки проиграл. Может быть, может быть. То есть, возможно, это тот матч, который я не смотрел, потому что все, что я смотрел там... Они все забирали, все побеждали. Так, заходит на Т2. Спирит по нижней линии. Тут же ставится макропира от Джекира. То есть, и этот заход тут же пресекается. То есть, без шансов. Расходится у нас спирит. Переместились они ближе к центральной линии. В центральной линии у нас есть Джекира плюс Марси. 4К. Но преимущество сейчас за спирит, друзья. То есть, есть... Что по деньгам, что по Аегису, так как у Ларла есть две жизни, это тоже преимущество. Так, возможно, если бы подстанил Гост Ятора, возможно, бы ТП не отменили. Да нет, но это не привязка. Это не привязка. Такое не работает, к сожалению. 20-я минута, это означает, что появился у нас Терзатель. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Вы знаете, что я вам скажу? Я думаю, что Спирит заберут себе эту карту. То есть, ну, уже... Почему-то мне думается, что без шансов. Плюс, Лишак что-то не хочет делать себе БКБ. Где БКБ? Хочет Шиву. Так вот, этот раз подвязали. Есть
Урна, а Spirit Vessel еще нету. А нет, есть уже Spirit Vessel, прошу прощения. Неплохо, наорали, правда, здесь на коллапса. Есть еще Ice Pass, есть танчик от Лишрака. Так, взорвался Элдер Титан своим ультимейтом. Убили уже Джекира, убьют еще ФБЗ. Так, что, пошли прям жестко вперед. Так, ну, GH пока что купил себе ГОСТ, пока что жив, цел. Нет, не жив, не цел, минус 3. Лары, кстати, может не уйти. Нет, отпускает, отпускает, друзья. Так, так это ГГ. Вы знаете, что это ГГ. Если вы уж меня простите за, возможно, спойлер наперед, но это все, это уже без шансов. То есть, как книгами дальше играть, я не знаю. Блин, возможно... Возможно, большой плюс все-таки, что коллапс не стал делать блинк, а сделал быстрый кримсон плюс эхосаблю. Да, минус барак. 8к у нас уже преимущество. Как будто бы не хотел я спойлерить, знаете. Это так, к слову. Но это ГГ, то есть Нигма уже не выиграет. Так, у Марси до сих пор нету БКБ. И видите, что я... Понял, что Лишрак тоже не собирается покупать БКБ. Да, у Лишрака хороший нетворс. Есть Юла, есть Аркан Буцы, есть Veil of Discord. Делает он себе Шиву. То есть, ну, Кая здесь дофига. Дофига урона, дофига Magic Damage. Но как ты защитишься от Эбоника, от Слардара, от Элдер Титана, от Ларла? Ну, да, я согласен, что здесь БКБ тебя не спасет от коррозив хейса и дизолятора. Это правда, но он спасет от того, чтобы тебя где-то подцепили от привязки, например, ВР-ки, от станчика Слардара, от спылов Пангалера. То есть все-таки БКБ здесь как ни крути нужно. Марси собирает себе, а у Марси уже есть БКБ. Ну неплохо, уже можно будет что-то подраться. Можно, кстати... С этим БКБ куда-то пойти и что-то придумать. Я там увидел у Бисмастера также блинк. То есть парни могут пойти реализовать себя, то есть реализовать свой пик. Вот они это и делают, прожимаются смока. Ну, кстати, если они сейчас плохо подерутся, тогда это все, это 100%. Это 100% в режиме лайв можно делать ставку на спирит. Если что, фаворитами здесь были Enigma. Там, по-моему, коэффициент 2,6 вроде на спиритов и что-то там один с чем-то на Нигму, если что. Спирит очень аккуратно играет, прям очень. Они поняли, что на карте никого не видно, скорее всего это означает, что Нигма в смоках, в пятером прожали смока и идут кого-то искать, кого-то убивать. Спирит просто делают что? Идут на свою территорию, идут возле Т1, возле Т2, занимают позиции на своей двойке, то есть и просто ждут. Если придут, тогда примем драку, если нет, тогда просто переждем. Да, смоки кончились, они увидели на нижней линии, что Нигма там есть, то бишь смоков нету, можно выходить. В свою очередь они сами прожимают смока и хотят с кем-то подраться. С кем-то я имею в виду с Нигмой. У Боника появилась линка. Все, защита от Рора есть. Так, нападение на Сумаила, станчик. Есть станчик, много урона от Боника. Так, Марси прыгнул вперед. Хочет наорать, он увидел, походу, что там линка и не может наорать. Так, минус Ятора. В размен на Лишрака, минус еще Марси. Размен уже 1 в 2, это Джаич тоже также будет умирать. Подцепили еще Джекира, но без шансов для Джекира. Джекира также умирает. 4 в 1. Друзья, 4 в 1. Это ГГ. Здесь ГГ. Ты уверен? Да, я уверен. Потому что, ну, без шансов, понимаешь? Спирит таким пиком, просто таким пиком, они... То есть они не отпустят уже Нигму. Кстати, Слардар покупает себе БКБ. Не блинк. БКБ, они просто идут давить, то есть им пофигу. Сейчас все должно было бы быть с точностью наоборот. Это Нигма должны были на 26 минуте ввести там 14к, сломать уже сторону, потому что у Нигмы есть Висп, есть Лишрак, есть Марси. Это очень жесткая связка, которая должна идти, все ломать, идти хорошо драться. Но что произошло? Так, подождите, здесь нашли Мипошку через танчик, очень быстро его убили, то есть там без шансов.
Без шансов. Так, а здесь кто? Здесь Бисмастер, который сделал ТП, так что ушел. Нет, нет, дальше уже не будет работать. То есть, если мы говорим про лейт, блин, но все-таки лейт за спирит. Там и Боник, и Панга, и Слардар против Лишрака, Бисмастера и Марси. Ну, блин, хороший лейт также у Нигмы, но я бы сказал все же, что у спирит будет посильнее. Пользуются они моментом, зашли на Рошана. Как бы это... Успеют ли? Ну, должны успевать. Я думаю, да, успевают. Или спирит не знает об этом, или что? То есть, почему они не пошли? Башен появится у Панга. Ну, блин, такие артефакты появляются у спирит. Просто офигеть. Смотрите, Линка уже есть. Велдер Титана, есть Солар Крест, есть Драмы. Ну все с точностью, как оно должно быть. Мира доделал себе Спирит Весл, уже давно сделал Меку. Скоро грифсы будут. Коллапса появился Гарпун против Кримсон Гвард. Собирает себе вроде как БКБ. Да, собирает БКБ. 27-я минута, друзья. Спирит в смоках. Верхнюю башню сил света атакуют. Верхняя башня сил света разрушена. Форстав для Ятора. Ну, это он Hurricane Pike сделал после Dragonlance. Тащит как раз себе этот Hurricane Pike, то позже покупает Daedalus. Ну блин, уже много урона. Что будет с командой Нигмы, когда будет Daedalus? Так, раскрутился здесь Ларла, на орали, его пока что остановили. Есть фокус, но он катится дальше. Пока что убили только одного Джакира. Дальше есть фокус по Мире. Мире убивают, Миру убили. Боже, как же взорвался, офигеть. Просто минус 3, друзья, минус 3. Сумаил после Аегиса также умирает. И подцепили еще ФБЗ. Ну, без шансов. ФБЗ также будет умирать. Как же хорошо взорвался. Разлом от Элдер Титана. Просто офигеть. Жестко. Это жестко. Ну, не знаю, чего ждут Нигма, потому что ну, делать уже здесь нечего, как будто бы. Я не знаю, кто со мной не согласен. То есть такие, кто не согласен? Ну, а что здесь делать? Как побеждать? Вот грифсы уже появились. Прожимают они глиф. Видимо, хотят еще последний раз подраться, еще последний раз получить, так сказать, по лицу и уже с чистой совестью закончить. Ну, видимо, так, потому что я не знаю, зачем. Верхняя башня сил света разрушена. Так, ну что, последний барак остался. Так, Ларл катился вперед. Есть. Фокус по Сумаилу, по Джейчу. Джакира, который только вышел из таверны, уже потерял 40% КП. Так, есть мегакрипы. То есть 30-я минута это похоронка для Нигмы. То есть дефать мегакрипов они как будто бы могут, но это просто, это с базы совсем не выйти. Без шансов. То есть, чтобы спирит это отпустили, нет, никогда не поверю в это. Притом, знаете что, спирит должны здесь были играть со стороны слабости, да, то есть со второго номера. Но спирит просто играли первым номером. То есть прям все очень круто сделали. Возможно, какие-то выводы они сделали после вчерашней встречи, да, с Extreme Gaming, где они просто 2-0 отлетели. Я бы хотел сказать без шансов, но это не так. Ну, на второй, да, на первой карте еще что-то играли, были шансы, то есть забрать первую карту. Но на второй с этим визажом на коллапсе, это что-то с чем-то. Да, есть запись, вы можете посмотреть на ютубе без каких-либо проблем. То есть, если кто не смотрел, кто-то пропустил, пожалуйста, заходите, смотрите. Там очень все интересно. Неплохая эрекция от Ларла. То есть, успел он отблинковаться, есть уже нулифайер. Офигеть, просто офигеть. Если мы посмотрим на артефакты снизу против артефактов сверху, так это, ну, это небо и земля, друзья.
Почти Кираса готового коллапса. Так и не купил блинк. Мира дофармил себе грипсы. Панга сделал аганим плюс нулифайр. Эльдер Титан появился, Владимир. Здесь Кристалли, скоро будет Даедалус. Да, в Марсе появился Башер. У Виспа ничего нового. У Бисмастера есть Кримсон. На этом все. Что у нас там ждет? Последняя драка в смоках. Вот у нас Спирит. Возможно, сейчас найдут ФБЗ, который здесь втихаря спрятался. Хочет, если что, выйти в туза. Ай-яй-яй, ФБЗ, хочешь? Да нет, Нигма молодцы, друзья. То есть это лучший результат за, я не знаю, за последние года от Нигмы. Ушел Куроки, то есть, и вот они что-то начали играть. Так, есть Макропира, которая бесполезная. Умер у нас Джакира. Так, подцепили еще здесь Сумаила. Неплохой фокус мог бы быть по Сумаиле, но Етора просто пофиг, он просто ломает Т4 товара. Вот и голый трон остался. Просто голый трон, просто идет в трон, ему пофигу. То есть так, там нападение от Ларла по Джейчу, Джача убили. Джач делает бэйбэк, Макси, Марси прыгнул вперед, но это прыжок в один конец. Потеряли еще здесь ФБЗ. GH прожал. Госскипетр пока еще жив, то есть пока его нельзя бить, но это ненадолго, да. Минус 4, один только Сумаил у живых, и то его хотят убить, прям на фонтане, да, убивают его на фонтане. Минус 5 делают, минус троих делает один Ятура, и это ГГ. ГГ вот так вот легко и просто, как будто бы оказалось, хотя пик у Нигмы очень жесткий. Не знаю, как они должны на второй карте играть, если Спирит решили отдать Нигме своего сигнатурного виспа. То есть они решили не банить, они решили отдать, просто сыграть своим пиком и попытать удачу. Удача, видимо, на стороне Спирит, намного на стороне, но это удача, это так, риторика, понятно, что это большой труд, это большая стратегия, они молодцы. Ладно, ладно, много не болтаю, услышимся. Что показать вам? И там не на что смотреть. Ладно, сейчас смотрите, покажу турнирную таблицу. Че уж так тогда. Если хотите, покажу. Вот такая турнирная таблица. Вот Спирит играет против Нигма. Сейчас 1-0 уже. И будет у нас финал в 12 дня, то есть как раз таки в обед. Мы посмотрим с вами финал. Но я думаю, что Спирит должны обыгрывать Нигму. Вот вопрос, 2-0 или 2-1. Посмотрим. А ладно, ждем вторую карту.